Медиагруппа «Авангард» представляет. Стокфорум – это одно из важнейших мероприятий, которое проходит в течение года, соответственно, в тему СОКа, и участие в нем фактически является обязательным для компании, которая хочет быть представленной на рынке. Мы сделали воркшопы на протяжении всех двух дней форума. Фактически каждые два часа у нас закрытые переговорки, проходят мини-презентации, мини-воркшопы для тех заказчиков, которые зарегистрировались и которые как бы к нам пришли. Мы в более тесном кругу можем осветить те вопросы, которые не хотели бы выносить на сцену, с одной стороны. С другой стороны, в рамках общей программы форума у нас был совместный доклад с нашим одним из лучших заказчиков, Катхантером, которые рассказали о том, как им работается с нами. Достаточно объективно рассказаны и положительные наши стороны, и отрицательные то, над чем мы работаем в части улучшения нашего сервиса. Мы можем наблюдать прям-таки бурный рост помимо поставщиков услуг соков. Да, если в свое время там на рынке было 1-2 компании, да, то сейчас их более, по-моему, 7 уже. С другой стороны, сейчас уже никто не обсуждает вопрос, нужен ли сок или нет. Это уже как бы не трендовый вопрос. Трендовый вопрос, какой сок должен быть, свой или купленный у внешнего поставщика сервиса. Сейчас многие центры мониторинга, если сравнивать там, с человеческим телом, выполняют роль глаз и рук. А в перспективе хотелось бы, чтобы мы стали мозгом службы обеспечения безопасности. Сейчас очень остро чувствуется недостаток кадров. То есть реальная проблема на рынке найти адекватный персонал, поскольку недавно на рынок вышли там, допустим, большие компании, там, всем известные, которые очень много забрали себе, вот, то проблема с кадрами сейчас очень остра. Реально безопасность подтягивается, потому что мы можем наблюдать тенденцию, если до принятия этого закона или на самых ранних стадиях никто вообще ни о чем не думал, да, то сейчас очень многие компании уже прошли, пусть там формальный бумажный путь, но они прошли путь категорирования, разработки нормативных документов, вступают в ту стадию, когда им реально нужно начинать что-то делать. То есть тенденция есть, тенденция хорошая, она достаточно медленно развивается, может быть, не с той скоростью, с которой было бы нам интересно, как коммерческой компании, но перспективы хорошие. Я бы не сказал, что с точки зрения бизнеса стало легче искать деньги на реализацию этих бюджетов, но с точки зрения обоснования затрат, да. Было много очень энтузиазма, что принятие этой нормативной документации, этих законов прямо сейчас вот взорвет рынок. Я бы не сказал, что рынок взорвало. Конечно, есть как бы некие прорывные точки, там, связанные там, с импортозамещением, с еще какими-то местами, да. Но вот такого взрыва не произошло, с одной стороны. С другой стороны, вот плавный тренд, нарастающий, он есть. В этом плане у нас ряд проектов есть по категорированию. Мало того, вот в одной большой компании, которую мы закончили категорирование, мы сейчас как раз занимаемся, мы их взяли на сопровождение Security Operation Center и реализуем для них функции корпоративного центра госсопки. Соответственно, поскольку мы проводили категорирование, у нас есть доступ к моделям угроз, мы очень хорошо и красиво сделали такую сквозную протяжку так называемых use cases, тех сценариев мониторинга, которые должны выявляться, завязали их на модели угроз, на те источники, которые есть в компании, как бы вот так обыграли эту историю.